Всем здравствуйте! С вами главные новости. Известно, что Алексей Воробьев не только российский певец, но и большой ловелас. Одной из спасти Алексея называют брюнетку Киру Майер. Ранее в средствах массовой информации появились сведения, что некогда молодые люди отдыхали в одной тусовке и много времени проводили в компании друг друга. Слухи о романе модели певца распространились быстро. Союз был недолгим, но принес брюнетке свою долю известности. А на днях о Кире Майер заговорили вновь. Девушка стала фигуранткой уголовного дела. В мае в центре Москвы ее остановили сотрудники ДПС. Она находилась за рулем своей иномарки без водительских прав. Когда блюстители порядка стали оформлять протокол, она начала неадекватно себя вести, вырывала бумагу и травмировала сотрудника. В отношении нее завели уголовное дело и обвинили в применении насилия в отношении инспектора ГАИ. 31 мая отправили в СИЗО. 5 сентября по итогам закрытого слушания Киру приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. Пострадавший сотрудник требовал лишения свободы на 2 года и 2 месяца. Адвокат Майер настаивал на штрафе и условном сроке. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были главные новости.